Если от вас уходит женщина, вот вы такой плохой был, да, ну, были таким плохим мужчиной для нее, то есть вот она уходит, она, разумеется, женщина не уходит никогда в пустоту, она уходит всегда к другому мужчине. Поэтому, скорее всего, она ушла уже кому-то уже заранее, пока вы там оленили на работе или где-то ее там любили и на что-то надеялись, пытались спасти отношения там. Ой, она в это время уже себе пластическую операцию замутила для того, чтобы подыскать кого-то. И когда она подыскала кого-то, и тот этот кто-то ей говорит, что зачем он тебе нужен, он такое говно, уходи от него, я тебя возьму там с 5 детьми. И она уходит к нему, вам кажется первое время, что вы такой плохой. Нет. Если вдруг вы встречаете на улице ее, и вроде она там счастливая, но время прошло мало с момента вашего, так сказать, вот еще не прошло года, там двух. Помните, у женщин есть деморежим. Ну, как и у того оленя, который ее подобрал после вас. Есть деморежим. Вспомните себя. Первый год-два в любых отношениях у вас, да, у вас все было тип-топ. Это был включен у нее деморежим. Но постоянно-то она не может жить в деморежиме. И этот деморежим постепенно сходит на нет. Вот когда он сходит на нет, вы начинаете видеть все так, как оно есть. Вот. То есть без прикрас, без вот этого ее деморежима. Вы видите, какая она, какие у нее меркантильные... вот какая она мразь. Как вы на нее повелись, вы спрашиваете, думаете, блин, да как же я на нее повелся-то там несколько лет назад, да? А вроде как и мужик с ней новый какой-то там появился, и они счастливы. Это деморежим. Она проест ему мозг, как только деморежим отключится. Она не сможет жить в этом деморежиме долго. Никто не может жить. Вот из женщин никто. Она такая заботливая вся. Я тебя люблю, я тебе там подарочки. То есть